Я не по не вкурю тогда. А как мы, блядь, на лесенку попадем? Вот так здравствуйте! Хе-хе-хе-хе-хе-хе, блядь! Нахрен! Ой, блядь! Воу-воу-воу-воу! Шакалит, шакалит, скотина, пидор такой, ёпта ж, блядь! Отстань нахуй, ёбаный шакал мелкий! Отстаньте, мелкий, блядь! Да, блядь, ебучий ты пидорас, нахуй, у меня и так от птичек нихуя нету, блядь, лучше их убивал бы нахрен всех. Кинескопный телевизор, и он реально кайфовый, просто. Вот телек просто, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, Шайрахенбитерман, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Шайрах Нитерман. Вы все говно. Блять, по яичку, да, сука. Вот это хорошо. Знак Самуэля. Ебать. Не помню, чтоб раньше здесь такое было. Услышав это, охотник вооружился луком и стрелами и сказал: «Я убью ящера!» Но, встретив своего противника, он колебался, насмехаясь. «Да кто вообще боится ящериц?» Но это раненый ящер пришел: «Я проглочу тебя в один миг!» Затем огромное существо напало, широко раскрыв челюсти. Это человеку и нужно было. Хладнокровно натянув тетиву, он выстрелил в разинутую пасть ящера. Стрела пролетела без труда, пронзив беззащитную глотку, и ящер пал замертво. Это из странной сказки. Помню, как читал ее в детстве. А, сука! О, боже, извините, блядь! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Шайрах Нитерман! Ай-яй-яй-яй-яй! 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 Шайрах Нитерман! Ебать! Не помню, чтобы раньше здесь такое было. Тай-тай-тай-тай-тай-тай! Блять, вы все говно. Вот это хорошо. Услышав это, охотник вооружился луком и стрелами и сказал: «Я убью ящера!» Все.